В Роспотребнадзоре спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу. Ранее в Минздраве сообщили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры и вакцинироваться. Как это могут сделать студенты, сотрудники Казанского университета, да и просто все желающие, расскажем в нашем следующем сюжете. Во время дискуссии по лечению и профилактике COVID-19 в шоуруме нашего телеканала генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России Вадим Говорун объяснил, почему вакцинация очень важна. Понимание вакцинации или любых актов, там, болезней, оно воспринимается как-то очень так определенно. Вот либо да, либо нет. Это процесс. И на самом деле вакцинация сейчас – это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вируса в популяции. Просто за счет иммунности. Вот почему вакцинируют так интенсивно? И надо вакцинировать интенсивно, а не час по чайной ложке. Американцы делают там 2 миллиона вакцинаций в день. Потому что они понимают, что на самом деле за месяц будет произведена довольно большая иммунная прослойка. И вирус как таковой, ему надо где-то размножаться. Вирус же это не бактерия, он не может лежать в почве. Надо постоянно размножаться. В Казанском федеральном университете продолжают профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией. В интервью нашему телеканалу заместитель главного врача по медицинской части университетской клиники Казанского федерального университета Эмма Мухаметшина рассказала о последствиях коронавируса и еще раз объяснила, зачем нужно вакцинироваться. Задача вакцины от COVID – создать иммунную прослойку населения. Потому что, да, есть уже большой процент и переболевших людей, но, к сожалению, есть и еще и очень большая группа непереболевших людей, для которых потенциально высок риск инфицироваться. Плюс много говорится сейчас о мутациях вируса, которые тоже могут привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Поэтому создать эту прослойку иммунную очень важно. Вакцина – это не новость какая-то, это известно способ профилактики, который уже 17-18 века активно мы знаем, и такие уж мировые истории борьбы с инфекцией с оспой, и с полиомиелитом. Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь, а для этого должна быть правильная профилактика. Того же мнения придерживается и главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов. У нас нет другого выхода, к сожалению, так как все медицинские манипуляции, связанные уже с лечением коронавирусной инфекции, они иногда и не приводят к положительным результатам. Поэтому единственным способом остановить эпидемию на сегодняшний день, разработанным вообще за всю историю человечества, является вакцина-профилактика. На сегодняшний день в университетской клинике первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привиты 3056 человек, двумя компонентами – 2383 человека. Все желающие пройти вакцинацию в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А могут предварительно записаться на едином интернет-портале госуслуг или позвонить по телефону 233-30-00. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.